Учеба в университете – это не только академические занятия, но и общественная жизнь, которая основывается не только на регулярных научных конференциях и семинарах, но и на активной творческой деятельности, которая помогает студентам отвлечься от изнурительной учебы. Таким мероприятием в жизни Казанского федерального является ежегодный фестиваль «День первокурсника», который стартовал 4 октября. Так, 7 числа в здании концертно-спортивного комплекса «Уникс» прошел очередной День первокурсника 2016. Высшая школа информационных технологий и информационных систем, Института математики и механики имени Лобачевского и Химического института имени Буперова. С каждой минутой зал наполнял все большим количеством студентов, которые в этот вечер собрались не только поддержать своих однокурсников или друзей, но и просто посмотреть на феерическое шоу. Жду зрелища, потому что сама участвую в концерте, точнее вчера участвовала в концерте, и поэтому решила посмотреть на другой институт. Не с тем, что было всегда в школе, то есть да, мы пришли в университет, и здесь такой масштаб совершенно другой, и масштаб организации, то есть... невероятный, и на экскурсии по студенческой жизни мы это увидели, и на День первокурсника, соответственно, мы ждем что-то похожее, то есть это шанс проявить себя и то есть, посмотреть на других и себя показать. Все погас, и на сцене большого зала у них появились девушки в платьях 19 века. А это означало только одно. Старт вечеру дали студенты Высшей школы информационных технологий и информационных систем, которые представили современную версию Евгения Онегина. Выступаем не в первый раз, я уже на этой сцене, выступал еще и до этого. Эмоции, в общем-то, сильные на самом деле. Вот сейчас на таком подъеме, в общем говоря, вот полчаса до выхода, мы выступаем вообще первыми. И не знаю, я считаю, что это круто вообще выступать, где-то участвовать в жизни вот студенческой такой, в каком-то движении. И уделять этому вообще время. Я сам первый курс, считайте, только. Я считаю, что это круто уже. Робость, волнение и даже некая боязнь сцены так и была заметна на лицах выступающих. Но это вовсе не помешало им задать столь положительную нотку в начале своей студенческой жизни. Спасибо, но не сегодня. Пойдемте, Ленский. Мы вас проводим. Уже традиционной частью фестиваля «День первокурсник 2016» стал флешмоб «200 Казань». Очень хотелось бы, чтобы Казань присутствовала на купюре в 200 рублей или в 2000 рублей. Безусловно, это было бы гордость для нашего города. На 7 октября проходил заключительный этап народного голосования. Совместными усилиями студенты отправляли смс и совершали звонки, чтобы поддержать столицу Татарстана. Давайте немного поаплодируем. Давайте на 3-4, кто голосовал. 3-4! Этим вечером на сцене блистали также студенты Института математики и механики имени Лобачевского и Химического института имени Бутлерова, которые представили свои яркие и неповторимые номера, а также защитили и отстояли честь своего института. Детский год – это лучший год в жизни каждого. Год, который находится на университете, является важным вехом для тех, кто решил выбрать путь науки. Поэтому такие мероприятия, как День первокурсника, помогают зарядиться положительными эмоциями на долгие годы учебы. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.